Сегодня 25 июня. Овес сорт Макс. Можно сказать, повторю, сегодня 25 июня, овес сорт Макс. Здесь овес был посеян румом, то есть распределителем удобрений, и заделан дискатором, можно сказать так. Норма высева здесь в пределах 120 килограмм. Достаточно выглядит густо, с учетом того, что здесь песок, почвы песчаные. То есть овес здесь страдает от недостатка влаги. То есть здесь, можно сказать, самые плохие земли. Но в то же время овес уже выкинул метелку и начинает потихонечку формировать зерно. То есть готовится к урожаю, сбрасывает нижний ярус, переходит к среднему. Ну, то есть, я думаю, что овес уже понял, что будет нелегко, что нужно побыстрее напрягаться и формировать урожай. Отбрасывает стебли, которые, может быть, образовались в период, когда были дожди. То есть, ну, в целом, как бы, картинка неплохая. Картина неплохая по урожайности, ну, непонятно. То есть, хватит сил овсу, чтобы сформировать, там, допустим, 50 центнеров, или, может быть, не хватит. Так, на вид овес выглядит на 50, а что по факту будет, никто не знает. Это будет по факту. Весь овес был так посеян в этом хозяйстве, где-то 800 гектар, именно румом, заделка дискатором. Так, и ячмень тоже где-то чуть больше 1000 гектар также был посеян весь. Немножко яровой пшеницы. Так что 2000 гектар было посеяно распределителем удобрений Вернеленд. Ну, какая-то там хорошая такая система с точным распределением и с точной дозировкой. На самом деле, ну, классно получилось, классно.